О реанимации переговорного формата 5+1 не может быть и речи. Это цитата председателя парламента Молдовы. У всех возник вопрос, что за формат там выдумали. Есть тот, что известен всем, 5+2. Приднестровье и Молдова – участники России, Украина, ОБСЕ – посредники. Плюс два наблюдателя – США и ЕС. Итак, с 2005 года. Кого молдавский спикер хотел выкинуть из переговорного формата? Вопрос. Разговор о некоем формате 5+1 может являться следствием, к сожалению, недостаточной компетентности автора данной фразы. Никакого формата 5+1 нет. Был, есть и будет, судя по всему, на ближайшую перспективу формат 5+2. Что же касается России и Украины, то ни одна из этих сторон не заявляла о выходе из переговорного формата. Более того, даже 10 офицеров-наблюдателей со стороны Украины из зоны безопасности отозваны временно. Но, однако же, их полномочия, в целом закрепленные ранее в соглашениях, не прекращены. Поэтому каким озарением хотел нас осветить автор, который говорил о формате 5+1, остается только догадываться. При этом переговорный процесс в тупике с 2019-го. Тогда Молдова отказалась подписать итоговый протокол. Сегодня молдавский спикер еще сказал, цитата, «Это Россия искусственно создала конфликт на Днестре». В очередной раз призывал к выводу миротворцев, а еще говорил, мол, надо спасать жителей Приднестровья от российской пропаганды. Видимо, как это сделали в Молдове, закрыв русскоязычные телеканалы.